Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 540. Нам нужно вычислить устно. И пункт А. 90 минус 16 будет 74. Дальше 74 мы должны разделить на 2. Получаем 37. Дальше к 37 прибавляем 23 и получаем 60. И 60 делим на 5, получаем 12. 12 – ответ в пункте А. Пункт Б – 50 плюс 19 – 69. 69 делим на 3. 23. К 23 прибавляем 47. Это 70. И 70 делим на 5. Получается 14. Ответ в пункте Б 14. И пункт В. 42 плюс 26. 68. 68 делим на 2. 34. 34 минус 16. 18. И 18 умножаем на 3. Получаем 54. 54. Ответ в пункте В. Пункт Г. 60 минус 22 будет 38. 38 делим на 2. 19. 19 плюс 46. 65. И 65 делим на 5. Получаем 13. 13. Ответ в пункте Г. И последний пункт, пункт Д. 70 минус 19. 51. 51 делим на 3. 17. К 17 прибавляем 13. Получаем 30. И 30 умножаем на 5. Получаем 150. И 150 ответ в пункте Д. И выполнили задание 540. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.